итоги работы Общероссийского народного фронта за 3 года с момента создания общественного движения. Исполнение майских указов президента и планы на будущее станут ключевыми темами форума действий, который открывается сегодня в Москве. В работе форума примет участие президент России Владимир Путин. Якутию на форуме представляются председатели регионального отделения ОНФ Александр Кугаевский, Алена Атласова и Антон Джандоров. Руководитель исполкома организации Валерий Лютый и руководитель региональной группы «Честная и эффективная экономика» Андрей Матвеев. В рамках форума в Москве также состоится очередной съезд движения.